Ассоциация немецкой промышленности BDI объявила, что в этом году темпы роста крупнейшей экономики Европы составят 1,5%. При этом эксперты индустрии переживают по поводу торговой политики новоизбранного президента США Дональда Трампа. По прогнозам BDI, темп роста экономики Германии вырастет на 1,5% в новом году. Это приблизительно тот же уровень, как в прошлом. Немецкое правительство пока не обнародовало показатели прошлого года. Однако в октябре BDI издала прогноз, согласно которому в 2016-м экономика вырастет приблизительно на 1,9%. По данным ассоциации, объемы немецкого экспорта в текущем году увеличатся на 2-3%, а число трудоустроенных вырастет на 500 000 человек. В прошлом году их было 43 миллиона 500 тысяч. Немецкая индустрия будет внимательно следить за действиями новоизбранного президента США Дональда Трампа. Глава BDI предупредил, что любая попытка ограничить свободную торговлю негативно скажется на экономике Германии. США – это один из самых важных торговых партнеров Германии. Больше всего опасений вызывают экономические заявления будущего президента США, которые привносят много неопределенности. Мы видим две опасности. Первая – это то, что отмена существующих соглашений может привести от свободной торговли к изоляции. Это повредит глобальной экономике, и особенно немецкой, ориентированной на экспорт. Второе – будет ограничен доступ на рынок для наших компаний. Еще один вопрос беспокоит немецкие компании, работающие с Китаем. Речь идет о вмешательстве со стороны властей КНР.